районе операции высаживается противник. Следите за небом. Повезло мне. Что там, блядь? Хватит тренироваться. Пора в настоящий бой. Сань, ты скинчик поменял, да? Угу. Ну вот поэтому ты, наверное, тащишь. Королевская битва. К вашей позиции приближается газ. Следуйте найдем в безопасную зону. Мародер. Это профессионализм, мародер. Максим. Анализм? Найден профессионализм. Мародер. Чувствуешь вон разницу? Профессиональный мародер. Анализ. Отметь точку высадки команды, боец. Вот за это ты лидер отряда, пускай тебя от первого расстреливают. Так, а как это? Ну-ка сейчас. Все уже. Ты уже прыгнул, все уже. А что, надо до прыжка это сменять? Угу. Чего до прыжка делать? Передача отряда, лидерство. Лидерство, да. Макс тащит, поэтому чё? Я поэтому ему лидерство и передал. Это вы специально, чтобы меня слить по-быстрому? Нет, что-то. Разве мы можем? Да я не сомневаюсь даже. Не стыдно тебе так говорить? Нет, блядь. А должно быть стыдно. А вот и цели, за работу! Обнаружен ящик снабжения, заберите его. Кому должно? Контракт изменился. Обнаружена новая цель. Кому-то, наверное, должно быть стыдно. Должно быть. Да, заберите. Поставила противотанковую. Заберите. Ага, хоть там. Рома пришел. Профессионализм. Контракт выполнен. Все ящики снабжения найдены. Найден ящик снабжения. Захватите отмеченную точку. Контракт изменился. Обнаружена новая цель. Надо кому? Не помешало бы, но... Приближается газ. Тут
кое-какое снаряжение. Внимание, на вас охотится команда противника. Ага, хуй там. О, видишь? Не надеть сошел. Не сработала твоя тактика. Выдвигайтесь дальше. Ну что ж теперь. Над нами наш БПЛА начинает разведку. Сука, прямо на нашем контракте, пидоры. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Взял в молчуна, вызвал. Кто? Почему молчуна-то? Чем быстрее комплект берем, тем лучше. А, ну. Не, ну ты бы сказал, я покупаю комплект. Так, чё? Союзная посылка с комплектом. Еще один, уже что? Да-да. Ну ты даешь. Так, я реанимацию беру. И на остаток. Чё на взять? Тебе бабки еще. Давайте этот экипировку возьмем. Оставила патроны. Так. Саша куда-то убежал. Вебку можно взять. Здесь один рядышком был. Бэпку запускаем. Видите бэпку, парни? Да. Надо разведать местность. ППЛА входит в район операции. Вижу движение. Так, что, давайте это. Завершим. Пошли. Контракт. Подождите, Сашко. Медленно беги, ведь им послал. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Они дальше продвинулись туда, на ферму. Основное задание выполнено. Все ящики снабжения так. Найдены. Мы можем еще что-нибудь купить. Магазин рядом. Кстати, да? Так, а что я хожу как дурак? Броньку не поддел даже ни разу. Надо бы плахи взять еще. Так. На, Ром, денежку. Над нами наш БПЛА начинает разведку. Заскочу-ка я туда. Мы в безопасности. Вам нужно оторваться. Саша уже ломанулся. Он только бэпку запустил и начал с ними зарубаться. Не ждет никого, когда кто. Сань, ты как бы. А вон он в доме. В том доме. Координаты отмечены. Иду. Покоцал, нет? Тяжелый. Уголочки. Тяжелый. Да, я. Так, ну его же дружбаны тут, наверное, где-то рядом. Над нами ну, скорее наша всего. Была. Начинает разведку. Да, не там, а вон. Ну, пошли в этом доме где-то. Следуйте в отмеченный пункт. Чуть дальше. Где его дружки? Вот он. Вижу движение. Светятся. Там где-то. За церковью. Вот левее церковь. А вон в доме. Ага, попытался, он не стал. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Что-то на этом не светится. Газ походу приближается. Отмечаю безопасную газты. Зону. Газты. 40 метров вот здесь. Заскочу-ка я туда. Он что, съебался? Сейчас, подождите. Бластер куда? Надо, нет? По нет, этому дому? Его. Оставь ее. Ставил. Что-то мы какой-то... Ходит от тебя, что ли?
Я не вижу никого. 40 метров. На 10. Выдвигаюсь. Там не один, пожалуй, вот здесь. Заскочу. Да, будет двое. Ага. Одного доел. А еще один. А вы куда-то вот туда ушел. Выдвигаюсь. Вот туда ушел второй. Вон он, по-моему. Вызвали комплект. Вижу противника. Ракета пошла. Он тут, а вот... Дядь Саш, может кластерку туда дать? Зачем? Нет. Ракета пошла. Все? Съели? Ну это просто нубы какие-то, нам повезло. Если честно разобраться. Так, магазин тут рядом есть. Давайте что-нибудь еще купим. Да. Я саму реанимацию беру. Я бэбку беру. А ты оставь кластерку на потом. Так, окей. Да. Вот кое-какое снаряжение. Ну, контракт возьму. Бэпку взяли? Снабжение отмечено. Захватить его. У меня бэпка одна есть в запасе, да. Опа. Что за хуйня была? Где? Чего, где? То ли, блядь, как пуля как будто пролетела, блядь. Ну чё-то. А ну это бывает, шарни. Цели обновлены. Опа. Выдвигайтесь дальше. Так. Где-то гудит, не могу понять где. В подвале. Бля, это где тут? Контракт изменился. Обнаружена новая цель. А, тут вот он, подвал. Рам, заберешь? Да, да. Снабжение найдено. Хорошо, какое снаряжение. Давай сразу. Убирать? Да, конечно. Проследуйте в отмеченную зону и защищайте периметр. Контракт. Бля, бэбками надо идти, конечно, а не как мы. На тебе. Спрашиваю разведку района. Опа, левее от нас кого-то работает. Король где-то там. Вижу движение, вижу движение. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Данные найдены. Хорошая работа. Ты кластерку бросил, да, было? Противотанковую. Да. Так, бэпки есть еще? Над нами наш БПЛА. Начинает разведка. Не одна. Ромка. Чего-то там. Пойдем, это... А, магазин же есть рядом. Да, я тоже куплю. А, у меня кластерка. Че, зря ее... Пошли, заберем, которые там тусуются. Один на контракте. Вижу движение. Над нами наш БПЛА. Начинает разведку. Внимание, газ. Найдена новая безопасная зона. Здание забежал. Тяжелый. Добил? Да, добил.
Так, у нас по правой стороне еще какой-то хуй. Колба еще есть еще. У меня есть. Нами наш БПЛА. Пускай. Вижу движение. О, вдалеке, сейчас мы его будем дожирать. Вижу движение. А это, наверное, наши друзья вернулись за своим лутом. Он в доме, что ли? Походу, да. Нет, вышло. А? За дом. Выходи из дома. Сейчас вот сюда зашел. Меняю позицию. В этот дом. Вызвал кого-то на магазине. Да раз. Жирайте его нахуй. Жирайте. На мотик. Ехал, да. А. А где дружбан? Он сверху был. Он же. Не убьем его? Бабки киньте. Все в безопасной Макс. Зоне. Сколько? Кинь бабки быстрее. Да бабку взять. Так. Пускаю. Над нами наш БПЛА начинает разведку. То он туда уехал, мы за ним. Так, о, еще левее есть кто-то. Следуйте в указанный давайте пункт. Проверим. Пойдем. Он в полях где-то сидит. Там. Машинка. У него. Сейчас у него ее не будет. Техника противника. Ракета пошла. Блять, не Макс. Попал нихуя, не. Наш БПЛА начинает разведку. А есть бэпки, эти РПГшки, патроны? Нет. Отмечаю гранатометные снаряды. Okay. Спасибо. Еще что-то и гудело тут, интересно. Около магазина один. Да и не только около магазина. В этом здании двое. Там выпрыгнул. Еще кто-то есть. Ага, это тот чел с мотоциклом. Или с машиной, который был. 20-26 метров вот здесь. Следуйте в указанный пункт. Опа, 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 по мне. В этом доме. В доме, да. Где так он, Макс? Да. Наверху был. Вот. Вот тут-то был. Отмечаю координаты точки. Дядь Саш, через верх залезь, пожалуйста, на крышу. Вместе будем заходить. Он там наверху, я его покоцал чуть-чуть. Тяжелый, команда уничтожена. Все. Уничтожена команда. Кого-то вызвали? Да. Кто это кого вызвал-то? Он тяжелый, кто вызывал тяжелый? Да, доели его. А кто доел? Или он сам? Он сам сдох. Так, ну а тот... Кое-какое снаряжение. Дружбан. Дружбан, видишь, успел он кого-то вызвать. Надо разведать местность. ППЛА входит в район операции. Вертолет спрыгнул. А вот это... Видишь его? Бля, нет, не вижу. Один готов. Угу. Пошли.
Пойди, пошли. Я его захаваю. Ага, захаваешь ты его из окна. Магис, магис. Я под обстрелом. Вот, прикройте, прикройте, сейчас я встану. Я еще стою. Я им кластерку могу дать. Один тяжелый. На втором этаже. Вызываю огонь по моей цели. Я загрузчик 2-0, вас понял. Ракета пошла. Ракета пошла. Один тяжелый, и у другого брони нет. Ракета пошла. Убийство подтверждено. Опа, это не там, это... Бля, мы из этого раскатали, пиздец. Так, броня. А, блядь. Ладно, ее не надо было кидать. Да, я и зачем-то это броню посу... Не отдел броню сам. Над нами вражеские БПЛА. Куда? Так, кто-то по нам работает. Ну, это вот это, да. Меняю позицию. В каком? Вот опа, 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 слева. Вот оттуда. Точка отмечена. Со стороны церкви, короче, работает кто-то. Последний транспорт заправляется топливом. Поспешите. Внимание, все разобрали. Газ. Найдена новая безопасная зона. Да. Но он здесь один был. Посылка с комплектом уже в пути. Так, патрошки есть. РПГшек нету у вас? Ни у кого? Осталось 25 игроков. Отмечаю гранатометный снаряд. А ты где? Снизу? На улице снизу был, да. Взял, взял, все. Балахи, пацаны, балахи. Так, магазин надо, чтобы балахи были. Ух, ебать их там. Вон еще, ну, в том доме, походу. Пункт маршрута отмечен. В этом доме. Сверху или снизу? Поднимите, я упал. Сверху или снизу они? Снизу и сверху. Я за домом. Поднимите. Я это... Блядь, суки, они меня ослепили и убили. Светошумовая пошла. Ну я кому-то там... А, короче, с церкви один сидит, он меня убил. Вам придется меня выкупить, если... Отмечаем станцию. Сорок шесть метров, а не там же. Пункт. Кысо, здесь противник. Бать, откуда они? Смотрите, в церкви еще один сидит. Одного там тяжелое дал. Ну, пока не засчитали, скорее всего, значит, поднимать сейчас будет. Вон он в церкви, который сейчас только спалился. Где он его не увидел? Ну, его доел. Не, не там где-то. Мне кажется, в окошке в каком-то сидел. А эти откисли, нет, друзья? Да нет, чё бы они откисли. Блять. Ромгаз. Этим сейчас в церкви тоже придется уходить все равно. Так, нет никого. Наверное, продвинулись уже куда-то. О, 30 метров, двое там. Противник вне укрытия. Трое.
10, вы еще можете победить! Дядя Саша. Отмечаю медстанцию. Так, вон там двое. Следуйте в указанный пункт. А, я на тиши пошел. Давай. Блядь. Пидорасы. Ты, Саш, поднимешь? Три. Они охуели, наверное. Я тоже всегда так охуеваю. Когда меня так... Есть броника, подкинь, пожалуйста. Давай за мной. А там у них не было броньки наверху? Не валялись? Чекаю, чекаю датчик. Ага, там один. Координаты отмечены. Да я боюсь, что там не один, а на 7 человек, Ром. Во, я уже вижу. Кидаю гранату. О, спасибо. Блять, у меня застрял он, прикиньте, застрял чувак в этом. В чем он застрял? Ёб твою мать. В текстуре застрял, блять. Тихо, 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 тихо. Поебись оно конём. Он тут, где корзинка бегает. Вот. Противник вне укрытия. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Подтверждаю. Ну что, пиздец. Границы безопасной зоны смещаются. Она ещё далеко. Ныкайся, Макс. Меня вот заметили. Он, блядь. Я готов. Бля, прикинь, вторые. Ну и то неплохо. Да я ступил, что пошел выкупать, наверное, блин, Макса на самом деле. Я ноль убил. Нормально. 19 человек, Сань. Ты точно чит подрубил? Я чистый, парни. Сколько убил, дядь Саш? 19. А? 19. Ты ж можешь 300 всего, блядь. Фу, блядь. Нормально. Так, все, теперь спать надо. Я сейчас, блядь. Тебе придется сейчас еще одну успокоительную сыграть, такую вяленькую каточку. Реально, меня аж трясут слова. Так, все. Только я не услышал, сколько ты убил-то в итоге? 19. 19? Да. Хера себе, блядь. Ты сегодня, блядь, видимо, в ударе, блин. Назад. Что плакать?